такая, типа, после мощного секса. Да, все скептично, как бы, девочки. Давайте надеяться на то, что все-таки стильность не нуждается в каких-то... Мы знаешь, что сделаем? Я сейчас покажу, что мы сделаем. Сейчас я принесу. У меня давно эта штука лежит. Такая расческа такая, прямо которая под руку попалась. И мы сделаем, закрывай глаза. Ты когда-нибудь пробовала сухой шампунь? Видите? А говорят, что он не выбеливает. Еще как выбеливает. Вот, мы вот по этим зонам проходимся, где у нас волосы круче всего в первую очередь жирнятся. Вот по этим зонам мы проходим легко и непринужденно. Ну, в общем, это такая тальковый какой-то спрей, вот, на мой взгляд. В моем случае это Schwarzkopf Ultimate с Клаудией Шифер. Вот. Бери расчесочку. Mm-hmm. Быстренько так раз-раз-раз. Творить такое, давай зеркало хватит, говори сюда в камеру. А, говори сюда в камеру. Чистого сердца, простыми словами. На самом деле, когда смотришь на все эти глянцевые обложки, кажется, что это так сложно, что это вот профессионалы, которые годами учатся, потом годами отрабатывают все это движение. А оказывается, на самом деле, все это довольно просто. Я бы сказала, даже не верится, что это было так просто, что я первый раз в жизни поклеила ресницы, что брови это тоже, на самом деле, под руководством опытного профессионала проще, чем кажется. Не надо бояться, надо просто взять, сесть и попробовать. Тебе понравилось? Да, мне очень понравилось.